Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Сегодня мы подводим поверхностные, скажем, итоги крайне насыщенной недели, которая была представлена кучей заседаний центральных банков. Более подробно все это мы обсудим в понедельник на предстоящем вебинаре. Кстати говоря, традиционный эфир в 16:00 по московскому времени в понедельник. Если есть возможность, обязательно найдите время, подключитесь, потому что точно будет необходимо еще раз переосмыслить свои ожидания по целому ряду финансовых активов. Нельзя сказать то, что эта неделя меня разочаровала. Вообще рынок, наверное, не может разочаровывать. Могут быть только избыточные ожидания и, в принципе, логично следующие за этим корректировки этих ожиданий. Если говорить конкретно о фундаментальном фоне, то мы очень сильно настраивались на то, что индекс американского доллара, который, в принципе, готовился к явному, очевидному и неизбежному ужесточению монетарной политики, должен был бы на этом фоне, на фактических решениях, неплохо вырасти. Но этого не произошло. Но тут же стоит отметить, что индекс доллара и не упал. Поэтому, сохранив свои позиции на прежних уровнях и значениях, это, в принципе, текущие вот как раз уровни и позиции могут быть плацдармом для того, чтобы отстроить дальнейшие восходящие тенденции. Напоминаю, друзья, то, что ФРС, да, ставил ставки на прежних уровнях в диапазоне 0,025%. Однако объем тайперинга, одно из самых популярных слов этого года, сокращение программы количественного смягчения, этот механизм увеличен вдвое. То есть на данный момент ФРС будет сокращать программу QE с шагом уже в 30 миллиардов долларов. Поэтому логично предположить то, что к первому кварталу, точнее, к концу первого квартала 2022 года программа QE перестанет действовать и существовать, что автоматически создаст условия для первого повышения процентной ставки. Главный тезис, который стоит сейчас еще раз вспомнить, обозначить, чтобы вы его запомнили, друзья, со ссылкой на ФРС, то, что большинство голосующих членов американского регулятора готовы поддержать тройное повышение краткосрочной процентной ставки в следующем году. Для сравнения, буквально квартал назад это самое большинство считало, что максимум, что будет целесообразно и возможно, это одно повышение ставки. И сейчас вот сильно так меняются ожидания. Это вынужденная реакция представителей ФРС, правда, запоздалая, но многие говорят, что лучше поздно, чем никогда, на резкий всплеск инфляции. Поэтому мы просто должны смириться, друзья, с тем, что в 2022 год, который фактически начнется уже через две недели, мы вступаем с занятой более жесткой позицией американским регулятором и ожиданием вот этих важнейших решений, первый из которых будет предполагать повышение процентной ставки. Поэтому, с вашего позволения, я на 2022 год, который еще не начался, конечно же, но, скорее всего, возьму за основу идею дальнейшего роста курса американского доллара. Рынок нефти 74.14, здесь ничего даже нечего нового отметить, потому что котировки в целом не меняются. Мы видим то, что понижательное давление на рынок нефти в целом на Brent WTI сохраняется. Спрос и предложение мы уже оценивали. Кстати, хочется также анонсировать, друзья, то, что буквально через неделю мы разместим квартальный прогноз, где я еще раз на цифрах простой математики объяснил свои ожидания, почему рынок нефти, скорее всего, пойдет вниз просто из-за элементарного соотношения спроса и предложения. Чтобы далеко не отходить от вот этих категорий и понятий, хочу предложить вам сделку по серебру, которая сейчас котируется на отметке 22,5, можно сказать, доллара за
унцию. И здесь картина следующая. На данный момент в Штатах фиксируется резкий, значительный, многолетний спрос на серебро, который к концу этого года может перевалить за 100 миллионов унций. Причем предложение остается на грани дефицита и фактически может все-таки зафиксировать этот дефицит больше, чем 7 миллионов унций к концу этого года. То есть тоже простое соотношение. Представьте вот эти символичные весы, и может быть долгосрочная сделка как раз и кроется не в золоте, долгосрочная перспективная сделка, а в серебре из-за такого новостного фона. Рекомендую присмотреться к нему. Австралийцы ранее мы рассматривали с точки зрения длинных позиций с целями 0.73. Пока что это все актуально, потому что австралийский доллар пользуется хорошей фундаментальной поддержкой. Я бы сказал, что это единственный статистический фон в плане региона по Австралии, который не разочаровывает. Рынок труда по Австралии показал, что в прошлом месяце занятость выросла на 367 тысяч новых рабочих мест. Очень сильно контрастирует этот показатель с цифрой двухмесячной давности, когда был зафиксирован спад на 46 тысяч. Уровень безработицы снизился с 5,2% до 4,6%. Первая реакция австралийца – это рост. И ранее, когда мы с вами вернулись к сделке покупки австралийца против доллара, мы еще ориентировались на предстоящее февральское заседание Резервного банка Австралии, которое может быть интересным тем, что регулятор полностью завершит программу количественного смягчения. Сейчас давайте пока на локальной неопределенности по доллару еще поддержим вот интерес к этому риску и, соответственно, цели 0.73 более чем реальны. Биткоин 47 844. Настраиваемся на то, что эти выходные снова будут волатильными. Кто знает, как мы завершим сегодняшний день в плане новостного фона относительно компании Evergrande. В любой момент, в любую секунду новости могут быть крайне удручающими, плохими, поэтому я в целом, как и ранее, всерьез полагаю, что рынок криптовалют, в частности биткоин, может дать еще коррекцию процентов на 15 вниз. Поэтому цель – это тестирование поддержки 40 тысяч ровно. Другие активы – это европейская валюта и фунт. Евро и фунт еще держу, друзья, в коротких позициях, потому что не могу позволить себе купить главный валютный риск на фоне подтвержденной мягкой политики Европейского центрального банка, на фоне последних макроэкономических отчетов по производственному сектору и сфере услуг ключевых регионов еврозоны и в целом всего валютного блока, и на фоне ситуации с ковидом, где каждый день в ряде европейских регионов сейчас фиксируются новые и новые локальные максимумы. Ну, максимумы точно месяца за 3-4. Восстановление экономики Германии застопорилось, очевидно, из-за новой вспышки ковида. Количество случаев омикрона все выше. И в частности, вчера, кстати, американский президент Байден также признал, что распространение омикрона превзошло ожидания, и он куда более активно завоевывает, возьмем в кавычки это слово, новые регионы. Буквально 2 недели назад мы касались статистики комментариев Министерство здравоохранения Японии, где также отметили, что омикрон-штамм распространяется в 4,2 раза выше, чем дельта. Имейте в виду, друзья, то, что через неделю фон может быть еще хуже. Тогда уже, возможно, будет поздно рассматривать короткие позиции по главному валютному риску. Производственный сектор экономики, сфера услуг точнее, поскольку она генерирует больше вкладов в ВВП. По итогам прошлого месяца спад до минимального значения за последние 8 месяцев. Составной индекс, который учитывает и производственный сектор, и сферу услуг, минимальное значение за 18 месяцев. По английской экономике то же самое. Производственный сектор минимум за 10 месяцев, сфера услуг минимальное значение за 3 месяца. Не забиваю вам голову статистика, потому что, ну, наверное, это не важно. Главное видеть все тенденции. И вы представляете, на вот этом вот новостном фоне, особенно по английской экономике, вчера британский регулятор принял решение повысить ключевую процентную ставку на 0,15%. Для меня это удивительное решение, не только для меня, потому что оно очень сильно идет вразрез с экономической реальностью для английской экономики. Я думаю, что это была ошибка, ну и поэтому фунт, собственно, сильно
и не вырос. Ставка на шорт по евро и фунту остается в приоритете, потому что я ожидаю все-таки дальнейшего восстановления курса доллара и то, что рынок начнет больше считаться с рисками экономического характера, которые, на мой взгляд, ну, очевиднее некуда сейчас для еврозоны и для английской экономики тоже. Сегодня важных релизов, по сути, не будет. Работаем с прошлыми тенденциями. Хорошего вам закрытия, друзья, недели и замечательных выходных. До скорых встреч в неделю. Всем пока.